Чувашия получит более 958 миллионов рублей. Республика вошла в число регионов России, которым положены гранты за эффективную работу чиновников. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего в этом году гранты на общую сумму в 50 миллиардов рублей получат 50 регионов России. Достались они тем субъектам, которые получили наивысшую оценку эффективности деятельности высших должностных лиц. Учитывалось число высокопроизводительных рабочих мест, количество занятых в малом бизнесе, уровень зарплат, доступность жилья, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения, качество окружающей среды. Эти деньги глава республики обещал направить на выполнение социальных обязательств.